Всем привет, дорогие зрители канала Папа Юсуф, и с вами, дорогие зрители, сегодня у нас ветер очень сильный, воскресенье, так, 14 градусов, сегодня Аня, я впервые здесь, центр города, американский, который язычный, она учит, вот воскресенье, вот, 2 часа ее ждать, обратно домой не вернул. Сюда хотел видео снимать для вас, дорогие зрители, что происходит сейчас в такую Анталья, дорогие зрители, где центр города. Пешком, который машины парковаться есть туда, пешком приехал сюда. Вот показываю у вас видео, ничего не говорил, дорогие зрители, просто так любители Анталья, я хочу показывать. На это красота. Сегодня очень-очень красиво Анталья, но немножко холодно, да. Кусается, я знаю, ваша страна, которая что... Холодно, минус у вас уже так, но у нас плюс, ветер очень холодно, вот сухая остается губа, лицо сразу, но все равно Анталья красиво, дорогие зрители, хорошо вам просмотри видео, посмотрите и кому-то любители, ничего не говорил видео, друзья, просто так настроение поднимать для вас, давайте, поехали. Тарзан, дын-дын-дын. Hello. Yes, brother.
Russian? I am Sasha, not Sasha. Бери, фрата. На, спасибо. Почему? Холодно, холодно уже. Бери. Да что убирать? Холодно уже. Yes, братан. Здравствуйте. Я братан. Как дела? Нормально, у тебя как? Я. Не сломай телефон. А, такое тебе мороженое. Это туристское мороженое взимало. Да что, блин, холодно. Холодно. Да блин, а. Вот всех узнает меня турист. Что делать? Я привыкла уже. Друзья, один секрет я вам говорю. Раньше, который, когда я начал приехать в Россию первый раз, и здесь была фирма, вот сюда. Сейчас, наверное, они закрылись, да, нету. И здесь была фирма, у меня там российские визы они делали. Постоянно. Сколько раз визы я брал? Минимум штук 10. На это место делал. Платеж деньги делают. Bu yeni çıkmış lan. Dolar покупают 28.30, продают 28.93, покупают 30 евро 70. Куруш покупают
301-53 продаются. Thank you.
Enişte terfi mi ettin enişte? He? Terfi mi ettin hayırdır? Yok, ben her zaman terfi ettim. Öyle mi? Tabii. Bu benim her zamanki işim ya. Ben olmayanların yerindeyim her zaman. Enişteyi ne yaptınız? Aşağıda. Gelir birazdan. Дорогие зрители, вот это видео ничего не говорил, просто так гулял, центр Анталия. Я надеюсь, я вам настроение немножко поднимал, получше осталось, ветер у нас сильный. 14-13 градусов, вот таком погода сегодня, не очень жарко и не знаю, такую, нормально, пока не очень холодно, не очень такую, плохая погода совсем. Подойдет, дорогие зрители, у меня уже время Аня забирать, отвезти домой и еще продолжать жизнь. Вот, видите, так и здесь радостно, дорогие зрители. Анталия сейчас считается зима, дорогие зрители. Наша зима так бывает, еще, конечно, дождь. У нас еще там холод, скоро будет, скоро, через 2-3 недели потом будет холодно. Где-то температура пойдет, где-то 4-5 градусов. Вот ближе к морю, который кто есть, кто живет, сырости туда. Что делать, дорогие зрители? Люблю вас всем, пока увидимся.